Нам огромной кучи навоза. Веселье! Почти такой же хороший, как если увидеть этого предателя позорного столба, почти... Может, а тебе понравится последняя немецкая мода? Всем привет, народ, с вами Евген, мы сели только что играть в Kingdom Come Deliverance. Начало 15 века было смутным временем Священной Римской империи, еще недавно процветавшей при императоре Карле IV. Теперь же, когда на богемском или чешском троне сидит его безвольный сынок Вацлав, она погружается в смуту. Своей праздностью Вацлав настроил против себя многих представителей немецкой и чешской знати, а также своего сводного брата короля Венгрии Сигизмунда. И одна такая вещь, у Буки, у издателя этого игры в России, день рождения сегодня, ребята, совпало с выходом игры. Есть внизу ссылка в описании, там всякие конкурсы, подарки от Буки, переходите, все будет очень интересно. А от меня, ребят, отдельный подарок. Если видос наберет 2000 лайков, вот это самое видео, наберет 2000 лайков, я разыграю 3 копии Kingdom Come Deliverance. 3 копии. Но для того, чтобы я смог вам отправить эти копии, вы должны оставить... ссылку на свой ВК в описании под этим самым видео. Иначе, ну, наберем 10 человек, как я вам отправлю эти копии. Ну и там потом через рандомайзер я все разыграю. Но для начала, ребят, 2000 человек. Немного, 3 копии игры. 3 копии будут разыгрываться, Steam копии. Конечно же, Steam, конечно же, ПК. Мы сейчас играем, кстати говоря, на ПК с клавомышью, максимальная графика, все красиво. Нам показывают наш поселок, в котором мы начинаем свое шествие, свое странствие. Я уже поиграл час в игру, то есть я немножко знаком с происходящим. Очень классно, мне очень понравилось. То есть тут шахта есть? Я сейчас в прошлый раз не обратил внимания. Выглядит все очень круто. Для, скажем так, симулятора средневековья это действительно оно. Какие красивые ребята едут. Рицари. Я жду не дождусь, когда я смогу оседлать ишака и поехать шашкой махать. Вот, вот это рыцарская жизнь. Карл IV. Король Чехии и император Священной Римской империи. Правил долго и успешно. Империя, которой он стал править из Праги, расширилась, а его подданные жили в мире и процветании. Вся империя скорбела по своему правителю после его смерти. Проводить его в последний путь собралось более 7000 человек. Наследником трона процветающей империи стал сын Карла, Вацлав IV, которого отец всю жизнь готовил к этому моменту. Но Вацлав не пошел по стопам своего отца. Государственным делам он предпочитал более несерьезные занятия. Он даже не явился на свою собственную коронацию императором, что не сильно помогло его отношению с папой римским. Бездельник Вацлав не впечатлил и имперскую знать. Неурядицы с новым королем множились до тех пор, пока знать, возмущенная бездействием своего правителя, не стала искать поддержки у его вассалов, венгерского короля Сигизмунда. Сигизмунд решил прибегнуть к радикальному решению. Он похитил короля и заставил его отречься от престола. А после этого воспользовался наступившим беспорядком, чтобы обеспечить себе больше власти. Он вторгся в Богемию во главе большой армии и начал разорять земли, принадлежавшие сторонникам короля. Здесь и начинается моя история. Рынок, ребятки тусуют, чувак стоит охраняет. Храни бог, и вас тоже. Жарко сегодня, да? Это мать главного героя. Главный герой у нас сын кузнеца. Как видите, я знакомен с игрой, вообще люблю RPG, ребят, так что это будет полноценное прохождение. Это не одно из тех прохождений, где чуваки там сели, сюжетку прошли, игру выкинули на свалку. Мы будем проходить все доп-квесты и так далее, то есть прям погружение. Ну, муженек, как дела? Неплохо. Я сегодня должен закончить. Когда запропастился Индра, мне нужно послать его в город. Он все еще спал, когда я вышел на улицу. Ах ты, Питер. В это время? Вот что значит голубая кровь. Да нет. Скорее всего, они вчера опять что-то праздновали. Вот насчет голубой крови я, кстати, не понял только что.
Ну, типа, это как так? Как мило, романтика, иди разбуди этого лежебоку. Думаю, хорошая затрещина его точно разбудит. Субтитры немножко быстро бегают, вот это мне не нравится. Но выглядит игра потрясающе, там петух пасется во дворе. Ну, 10 из 10, ребят, за петуха, конечно же. Если что, внизу есть плейлист со всеми сериями игры, которые выйдут. Вставай! Или которые уже вышли. Пора за работу. Мама! Нифига себе, это ж Серега! Вставай, или я приду и подниму тебя сам! Ты слышал? Лучше не зли его. Какой петуха, который на окне орал что-то. Живо поднимайся, завтрак уже на столе. Стой, это еще что? Опять за старое? Ох, Индра. Сколько раз я тебе говорил про драки? Да это же ерунда. Всего лишь царапина. Ты что, снова дрался на мечах, да? Молись, чтобы отец ничего не узнал. Ты прекрасно знаешь, как он к этому относится. Не волнуйся, это не то, что ты думаешь. Я просто оцарапался. И все? Ну что уж теперь. Только не мигай мне жаловаться, когда тебя серьезно поранят. А теперь давай вставай, шалопай. Кстати, почему в переводе он Индра? Она называет его Хенри по-английски. То есть Генри, он Генри. Или типа Генри недостаточно чешское имя для наших локализаторов. Странно, очень странный выбор. Я буду называть его Сережа или Генри, ребята. Давайте не будем называть его Индра. Что-то странное имя какое-то. Да посмотри, на кого-то похож. Что ты вообще делал прошлой ночью? Вообще, кстати, перевод не очень четко отражает то, что они говорят на английском языке, как я понимаю, языке, на котором игра разрабатывалась или писался сценарий. Она сейчас, например, сказала, какого черта ты делал прошлой ночью, а не что ты делал. То есть, понимаете, смысл правильный, оттенок перевода нет. Так что местами я буду немножко исправлять перевод, делать его более близким к тому, что они на самом деле говорят. Я танцевал, ловкость. Ух ты! То есть я могу сейчас прям выбрать навык, с которым буду ходить. Я хочу красноречие, потому что, поверьте моему опыту, ты начинаешь играть в RPG, у тебя должен быть рабочий язычок. Ты ничего особенного. Мы с приятелями немного посидели в корчме. Там подсел какой-то странник, и мы расспрашивали его о том, что творится в мире. И я не заметил, как пролетело время. Надеюсь, он не забил тебе голову всякой чушью. Блин, графика огонь. Посмотрите на проработку лица и анимацию. Мне все равно кажется, что ты что-то не договариваешь. И это как-то связано с царапиной у тебя на руке и тем подозрительным человеком с мечом, который недавно появился в городе. Зачем мне учиться бою на мечах? Матей учил меня стрелять из лука, я был с бланкой выносливый. Я был с бланкой выносливый. То есть, понимаете, как он там был с бланкой? Интересно. Ты думаешь, он учит меня драться на мечах, да? Зачем мне здесь это нужно? Я говорю правду, мама. Ладно, как скажешь. Я не хочу тебя расспрашивать. Но ты знаешь, как твой отец смотрит на такие вещи. Вы, наверное, скажете, Евген, ты слишком много говоришь, то, что обычно мне говорят. Ну, ребят, очень много информации, мне хочется ее вам передать, чтобы вы были в теме и понимали, что за игра. Лучше сказать больше, чем недосказать, поверьте опыту человека, который, по сути, ничем, кроме видео и в своей жизни не занимался. Я шучу, не верьте мне. Верьте только себе, это правильный поступок. Так, окей, я голоден, папа... В принципе, не важно, что мы выберем, так что давайте первое. Матуш и Фрицек не заходили? Нет, я не видел их сегодня утром. Ты наверняка найдешь их в корчме. Они ошиваются там каждый божий день. Постой, а Матуш это не Матвей случайно? Почему? Мне кажется, что с именами в игре какая-то проблема. Ты не права насчет них, мои друзья не пьяницы. Матуш и Фрицек не пьяницы. Разве какая-нибудь это говорила? Если бы я действительно не хотел, чтобы ты пил с ними пиво, я бы давно положил этому конец. Все-таки какое у него лицо проработанное. Знаешь, я тоже когда-то была молодой, да и твой отец тоже не был ангелом, когда жил в Кутногоре. Например, вот мне интересно стало. Прям подробности. Ну да, конечно. Ты мне не веришь? Спроси у него сам. Хорошо, спрошу. Кстати, а интересно, реально ли будет опция диалога новая? Ты уже не мальчик, Индра, ты мужчина, и пора начинать вести себя соответственно. Вчера ты обещал отцу помочь в кузнице. Если ты больше будешь помогать ему, я бы реже обращал внимание на ваши шалости. Я голоден. Где еда? Ты не дашь мне что-нибудь пожевать? Твой завтрак на столе. Давай, обслужи себя сам. Почему вот недоперевели фразу? Почему? Где перевод? Непонятно.
Отец сердится на меня за то, что я так долго спал. Ну, его это не радует. Вчера ты обещал ему помочь закончить тот меч для пана Рацика. Он уже не так молод, и у него иногда болят ноги, он слишком гор, чтобы жаловаться. И ему нужна твоя помощь, Индра. Генри. Я знаю, не волнуйся, мама. Конечно, я помогу ему. Хорошо. Она похожа на принцессу Лею немножко. Он всегда жалуется на боль в коленях перед ненастьем. Надеюсь, на этот раз он ошибся. Сегодня такой пригожий день. Метеочувствительность это называется. У меня ее, кстати, нет. Это я не понимаю, даже вот бывает, у меня есть друзья, которым 20, и они говорят, типа, ой, там что-то вот давление поднялось атмосферное, мне что-то хреново. Не знаю, не вижу разницы. Поднялось там, опустилось. Тебе не нужна помощь, мам? Спасибо, Индра, но у меня все в порядке. Лучше помоги папке с этим мечом. Вообще, у мамки только голос такой старый. Она выглядит довольно молодой. И Генри выглядит как вообще мужик какой-то. Минимум 25. Она разговаривает с ним, как будто это отщепенец какой-то. Хотя, может, те времена люди выглядели старше. Ух ты, сыр, давайте возьмем. А можно взять? Опаньки. Я, как понимаю, это в инвентарь идет, да? Так, вы передвигаетесь при помощи, бежать на шифт. Да, спасибо. Игра идет примерно в 60 FPS. Больше 60, насколько я знаю, она не разгоняется. Я проверял с фрапсом. У меня будет обзор, я про это расскажу, но выглядит все очень симпатично. Посмотрите, этот свет из окон. Выглядит все очень красиво. То есть реально ты чувствуешь это средневековье. Видите, тут топится что-то. Что-то горит. Ну, выглядит классно, серьезно, какая-то похлебка, кстати, поесть из котла. Ам-ням-ням-ням. Бросить в котел. А, то есть мы можем еду забрасывать, а что если? Ну-ка. То есть можно яблоко положить в котел, ну-ка, например. Вот я бросил яблоко в котел или что это было? Так, выбрать, ну вот я хочу яблоко в котел бросить. Ну я бросил, а результат какой будет? Ну-ка, я могу еще поесть? Нет? Что-то не понял. Может, котел полон? Открыть. А что-то можно открыть? Не знаю. Но выглядит все классно. Можно сесть, можно рогалик взять. То есть, по сути, можем брать все предметы со стола, даже и какие-то яблоки. Давайте уже выйдем на улицу. Чем мы тут сидим? Чего дома торчать? Выйдем же отсюда. Открывай врата. Дивный новый мир. Класс. А мама где? Мама, ты где? Давайте выйдем на смотровую площадку куда-нибудь. Я хочу осмотреться. Где тут можно встать, чтобы посмотреть? Может, дырку? В дырку можно? Черт возьми, круто. Прорисовка, конечно, вдалеке, ну так. Но, с другой стороны, лагало бы жестко с прорисовкой. Лужица. Это, конечно, не ведьмак, чуваки, но ноги, руки, класс. Это ведьмак от первого лица, чуваки. Мне нравится. Вообще, люблю RPG от первого лица. Очень напоминает мне четвертый The Elder Scrolls. Ну, знаете, Skyrim это пятый. А есть четвертый. И вот этот компас сверху, там где-то надо мной, вот там где-то. И вот эти индикаторы очень напоминают, ребят, согласны? Очень похоже, класс. Давайте с папой поговорим. Звук, кстати, тоже отменный в игре, прям 3D 5.0. Очень классный. Отец, как дела? В чем дело, Генри? Ты не слышишь, что я тебя зову? И тут описывается подробно, как работает убеждение в игре. Я вам расскажу кратко, я это читал. Как это работает? То есть, ваш социальный статус и то, как вы умеете говорить, в обоих случаях имеет значение. Также можно подкупать и использовать особые навыки, типа верховой езды, видимо, предлагать челлендж какой-то собеседнику. То есть, например, если вы одеты как бомжары и говорите с чертовым королем Чехии, знаете, сколько бы у вас не было очков убеждения, вы его не убедите. Вкратце, система работает так. И к тому же на убеждение действуют разные параметры. Ты можешь запугивать, можешь уговаривать. При помощи обаяния можно красноречием пользоваться. То есть ты используешь разные навыки. И это классно. Игра действительно в этом плане шагнула дальше Ведьмака. Намного. И мы, кстати, у нас сейчас нет нужного навыка, чтобы, например, увидеть статы собеседника. То есть мы угадываем. Давайте воспользуемся самым высоким статом, это обаяние. Прости, мне нужно было осмотреться. Прости, отец. Мне нужно было освежить память и осмотреться. Не знаю почему, но у меня такое чувство, что я это все впервые вижу. Успех, мальчик мой. Когда ты уже возьмешься за ум? Ладно. У нас сегодня полно дел. Я заканчиваю работу над мечом для пана Рацига, и мне нужна твоя помощь. Какая именно? У меня заканчивается уголь. Сбегай на рынок и купи мешок углежога. Для этого мне нужны гроши.
Это еще одно поручение. Куныш все еще должен мне за топор и молоток с гвоздями, которые я продал ему месяц назад, не говоря уже о его предыдущем долге. Скажи ему, чтобы он расплатился хотя бы за топор, молоток и гвозди, а затем купи на эти гроши уголь. Куныш, этот пьянчуга. Черт, это будет непросто. Ты уже взрослый, я уверен, что ты справишься. Если нет, скажи ему, что в следующий раз я приду и сам забью ему эти гвозди в задницу, его же молотком. Я не сомневаюсь, что он обрадуется, когда это услышит. Это все? Не совсем. У камергера в замке есть крестовина для меча пана Ратсига, на которую гравер из Сазавы должен был нанести узор. Ты хочешь, чтобы я забрал ее? Хорошо. Груши, уголь и крестовина. Понял. И пиво. По дороге домой загляни в корчму, я знаю, ты все равно туда зайдешь, чтобы увидеть с этой своей девушкой. Но когда вернешься домой, пиво должно быть еще холодным. Ее зовут Бланка. Ясно. Так вот, убедись, что Бланка налила мне холодного пива из погреба. А теперь беги, работа не ждет. С именами реально проблема. То есть в озвучке ее зовут Бьянка. То есть Б, мягкий знак, Я, Н, К. Здесь в игре в субтитрах ее называют Бланка. Б-Л-А-Н-К-А. Что за хрень? Вот что... Ребята, это нормально? То есть Бланка и Бьянка — это разные имена, это не синонимы. Я не понимаю, что пошло не так во время перевода этой игры. Пойдем в замок вначале. Ну классно, выглядит игра очень хорошо, играется тоже хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы FPS был больше 60. То есть, например, мой комп тянет, я хочу больше 60 и где? Тут максимум 60. Видимо, это все-таки как-то обусловлено. Классный замок, надеюсь, мы туда попадем. Пока что он закрыт для нас. Ребята, Ярослав. Ярослав, серьезно? Черт. Чувак, ты что ли Ярослав? Да, здорово. Ну-ка. Ярославка, давай, расскажи, как дела. Благослови тебя Бог. И тебя, Генри. Как дела? Меня прислал отец. Мы работаем над мечом для пана Ратсига, и у камергера должно быть крестовина и навершие для меча. Отец отправлял их к Сазару. Да-да, не у меня, камергер отдал их нам, чтобы мы передали их тебе. Красивая работа. Я никогда не видел ничего подобного. Я бы хотел взглянуть на меч, когда он будет готов. Главное, чтобы ты ничего не испортил. Когда я что-то портил? Ой, с чего бы начать? Ладно, заткнись. И давай сюда, или я тебя задницу надеру. Держи, сиятельный пан. Классно у них кольчуги и рубахи. Как красиво! Жаль, что нельзя оставить этот меч себе. Ладно, пожалуй, пойду. Хочу к вечеру закончить. Давай, увидимся вечером в корчме. Точно увидимся. Если сегодня я работу сделаю, может быть, я даже вас угощу. Опять же, перевод очень-очень сокращает. То есть, понимаете, смысл перевода такой, что он угостит их в любом случае. То есть, в любом случае. А имеется в виду в оригинале, что он угостит этих ребят в корчме, если выполнит сегодня работу. То есть, мы понимаем, если он заработает какие-то деньги с этого куныша, он сможет на эти деньги их угостить. Понимаете ли разницу? То есть, ребят, напишите в комментариях, я придираюсь к переводу или я говорю здравые вещи. Мне интересно ваше мнение, я-то понимаю, что я говорю все правильно. О, по-моему, там куниш. Классно, игра очень-очень секси просто, мне нравится. И мне нравится, что ребята здесь чем-то занимаются. Видите, он сейчас рубит дерево. Вот видите, оно развалилось. Он достает поленья невидимые из ведерка и интересно. Но знаете, для игры с Kickstarter'а это все-таки хорошее дело. Несмотря на то, что у них игры есть издатель, Deep Silver, но все равно, курочки. Сейчас кто-то скажет: Евген, что ты на петухов смотришь, иди уже играй в игру. Я хочу смотреть игру, хочу вам показать детали. Потому что, знаете, всегда ты такой между двух огней находишься. Что, с одной стороны, люди часто просят просто проходи сюжетку и забей на все остальное. Другие люди просят, типа, проходи ты все в деталях, показывай детальки, вот расскажи, обрати внимание. Я хочу обратить внимание. Кусты, кстати, довольно классные. Ну, в принципе, учитывая масштаб игры... И кто ее делал, нормально, мне нравится прям. Музычка еще такая, знаете, на фоне. Хорошая игра, хорошая игра. Как она вам? Как графика? Пишите в комментариях, мне интересно. Обсудим это дело. Обсудим. Посмотрите, пока я тут стоял и думал, куниш взял ведро, то есть он дорубил дрова, и он теперь их раскладывает. Причем мы видим, как количество увеличивается, или мне кажется... Не, мы не видим, как количество увеличивается, но мы видим, как он выкладывает дрова. Их вроде как становится меньше.
это действительно классно, то есть как проработан мир. Да, он опустошил ведро, и сейчас, как я понимаю, он повторит процесс. Так, окей, можем с ним поговорить. Ну это прикольно, то есть мир жив. Ну, более-менее. Здравствуй, Куни, что тебе нужно? Так, отец прислал меня... Интересно, а что будет, если я сразу закончу разговор? Ничего, серьезно? Второй раз что он скажет? Все то же самое? То же самое. Мне просто интересно, смогу ли я сломать игру? Не, не смог. Все продумано. Отец прислал. Мой отец прислал меня за грошами, которые ты ему задолжал за топор, молоток и гвозди. У меня нет грошей, проваливай. Денег у тебя нет, ах ты засранец. Так, заплати хотя бы за инструменты, вот что я ему скажу. Ты знаешь, что должен отцу не только за инструмент, а гораздо больше. Если бы он пошел к приставу, у тебя были бы неприятности. Так что заплати хотя бы часть. Я сказал тебе, что у меня это не гроша. Убирайся отсюда, или я проломлю тебе башку этим же топором. Тебе придет мой отец, долги нужно платить. Плати, пинчуга. Так, ну у нас сильнее все-таки навык, наверное, убеждений. Давайте попытаемся убедить. Послушай, я знаю, что тебе сейчас нелегко. От тебя ушла жена, за вывку нужно платить, а ты ничего не умеешь. Неудивительно, что у тебя нет грошей. Но долг есть долг, и я не могу уйти отсюда с пустыми руками. Неплохо я его так обосрал, спокойненько. Успех, ни хрена. Если бы у меня было что отдать, я бы отдал. Но у меня ничего нет. Так что отстань от меня. Все отстаньте. Так, забрать у Куныша деньги другим способом. Каким же? Возможно, я могу пробраться к нему домой и забрать его инструменты. Так, постой, Куныш не видит, где я, так. Тут можно воровать в игре, если вы не знали. Частная территория. Я знаю, если меня увидят, то как бы люди рады не будут. Тут вначале дается предупреждение, потом тебя как бы нахрен выгонят. Так, не здесь, видимо. Заходим внутрь. Ну-ка. Так, возьмите у Фрицика отмычки, чтобы открыть сундук. Запертый сундук, чтобы открыть его, мне понадобятся отмычки. Возможно, есть у Фрицика. Так, хорошо, без отмычек я уже пробовал открывать, там ничего не сработает. Идем на площадь, я думаю, там мы встретим ребяток, и они нам помогут. Ты узнал, где находится углежок, класс, так. Это углежок, но он бесполезен. Но проработаны, ребята. Да чувак, я ненормально все. Класс, такой рваный чувачок продает уголь. Нормально, мне очень нравится, очень все детально, красиво и... Эй, Пипа, ты не хочешь чего-нибудь научиться? Давайте с Ваником поговорим, с Ванечкой. Оправился уже от ужасной раны, которую вчера получил? Да, если не считать того, что царапину заметила мама, и мне пришлось с ней объясняться. Ни одна мать не будет счастлива, если ее сын проявляет интерес к оружию. Где оружие, там смерть? Вопрос в том, чего ты хочешь. Смерти. Я не хочу вечно гнить в этой дыре, я чувствую себя здесь чужаком. Я хочу повидать мир, но мир полон опасности, я должен уметь защитить себя. Вот это речь не мальчика, но мужа. Но как бы то ни было, сегодня твой последний шанс. Я должен уехать. Ну как? Ты готов? Да, давай начнем. Да? Что тянуть-то? Хорошо, буду ждать тебя на обычном месте. Так, теперь нам осталось пойти на тренировку с этим засранцем и помахаться с ним мечами. Прикол в том, что мы действительно видим, как он следует на место по тропинке. То есть он не просто рандомно через поле пошел, он следует тропинке и идет вживую. И, например, он нас ждет. То есть вот если я сейчас встану, он в какой-то момент, по-моему, остановится и будет ждать, пока я нагоню. Нет, не останавливается, идет сам. Ладно. Там вот пасутся овцы. То есть выглядит все максимально реалистично. Я поражен, скажем так, уровнем проработки. Все не идеально. Ладно, это не идеальная игра. Я бы сказал, Ведьмак вот чисто визуально мне больше приятен. Возможно, там из-за фильтров. Возможно, из-за, ну, всего хорошего. Каких-то мелочей. Но, в принципе, все выглядит очень хорошо. Видите, они блеют, они убегают от меня. То есть видно, что я взаимодействую с миром. Я могу бегать с овцами. Видите, овцы, они разбегаются, могу их загонять в загон. Овцы, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Как все реалистично, ребят. Так, окей, я подустал немножко, надо отдохнуть. Очень хорошо, что экран вот так обводится такой пеленой, что прям я задыхаюсь. И это классно, то есть ты чувствуешь, ты понимаешь, что окей, персонаж устал. Даже несмотря на индикатор, это очень хорошо сделано с точки зрения геймплея. Да, да, можем. Очень хорошо. Хорошо. Так как сегодня мы встречаемся в последний раз, ты должен показать все, чему я тебя научил. Давай, чувак, покажи мне. Я должен тебе показать. Так, меч, он деревянный, что ли, или что? Хорошо, давай начнем с основ. Все время перемещайся, твоя жизнь зависит от движения. И тут дерешься мышкой. То есть ты мышкой делаешь направление. Перемещаться вокруг с помощью... А, ну вообще-то с помощью клавиатуры просто можно. Вот так, если я так перемещаюсь.
и наведение противника. То есть, если я хочу сбежать, просто зажимаю shift и убегаю. Хорошо, хорошо, теперь попробуй ударить меня. Ты должен приложить всю силу в ударе. Если будешь отлынивать, то ничего не добьешь. Старайся убить с разных направлений. Непредсказуемость — это самое важное. Никогда не повторяйся. Видите, я могу с любой стороны бить. Так, для начала рубящий удар. Хопа, как топориком. И бьем по... Ну прикольно, мне нравится, прям вот бьешь, и прям тебе классно. Управление очень простое, то есть тут даже комбятину можно проводить. То есть если ты несколько раз, например, бьешь удар сразу, то есть типа, смотрите, так, колющий удар, слабая атака. И ты можешь сразу нанести несколько колющих ударов, типа бум-бум. И это как бы очень классно работает. Очень классно устроено. Да, ладно, ладно, давай попробуем что-нибудь. Я хочу комбо вам показать. Один удар я могу отразить, даже не вспотев. Но если ты сможешь провести цепь ударов, это будет намного сложнее. Как только ты закончишь один удар, то сразу же начинай следующий. Я, кстати, похож реально на персонажа этой игры. Такая борода, понимаете, прям косплей. Так, окей. Видите, сразу два удара, то есть связочка делается. Видите, связка опять прошла. То есть тут есть комбо в игре, и выносливость кончается при этом. Но выглядит это очень классно, я чувствую, в реальном бою это, конечно, будет прикольнее. Но и противник не будет вечно блок держать. Вот она связка. Ну что же, бой на мечах мы потестили, здесь чувак играет в кости, но мы не можем с ним играть, у нас нет денег. Кстати, странно, что у него ничего тут нет. То есть было бы реалистичнее, если бы все это было на экране. Видите, они все кричат, такие типа, крепкий Леон... Мед для вашего дома. Классный рынок. То есть ты чувствуешь, что есть жизнь. Какой-то чувак вот тут торгуется. Приятно с тобой вести дела. Это все выглядит очень реалистично. Как по мне. Мне очень нравится, как все устроено. То есть ты понимаешь, это живой мир, в котором свои законы, правила и все как бы существует. Так, какой-то двор. Да, ты немец, шутить изволишь. Как ты смеешь так говорить? Причем тут оскорбление? Я говорю правду. Сигизмунд сделал то, что и должен был сделать. Должен? Он должен был похищать короля? Должен был заманить ловушкой его кузена Прокопа и бросить его в тюрьму? Он должен был со своим войском татара садить Кут на гору? А почему нет? Что хорошего сделал король Вацлав? При его правлении страна разваливается на части. Немецкие курфюрсты выбрали своим королем Рупрехта Фальцкого, потому что ваш Вацлав даже не явился на их рейхстаг. Немецкие курфюрсты? Предатели. Бог в помощь, Индра. И ты здрав будь, матушка. Что здесь творится? Немец несет чушь. Они их дойчи называют, правда. Не немцы, не джоманс. Послушай, и сам все поймешь. Кто же должен навести в стране порядок и объединить империю? Черт возьми, он одет прям как римлянин из Assassin's Creed. Так посовременнее. Какое мне дело до австрийцев? И сейчас даже сам дьявол не разберется с этими папами. Какой папа закон, и то, что в Риме, или то, что в Авиньоне? Не богохульство, Олесь. Но это же правда. Вацлав, король Богемии. Дворяне Богемии на его стороне. К черту Ромрака и его свору. Роженберга. Пан Рацек, гетман, при Вацлаве. Он хранит верность королю. И если он услышит твои слова, он прикажет побить тебя, как собаку. Твоему рейхстагу скоро нечем будет править. Йост был вынужден продать Люксембург, чтобы помочь твоему королю. Южная Богемия за Сигизмунда. Не забывайте о Кунтагоре, где такие немцы, как ты, целуют ноги Сигизмунда, чтобы сохранить голову на плечах. Да, но... Друг мой, дойче, это бессмысленно. Давайте поговорим о более приятных вещах. Только что хотел сказать. Не, Дойче слишком далеко зашел. Наш законный король Вацлав. Немец дурак. Так что мы можем с ним сделать? Я кое-что придумал. Немец заслужил, чтобы вы проучили, да? Ты прав, матуш, поколотим его. Неплохо. С ума сошел. Хочешь, чтобы тебя заковали в колодке? Не слушай, Фрицика, я уже придумал кое-что получше. Когда немец разглагольствовал, я вспомнил об огромной куче навоза. Той самой, что рядом с его только что побеленным домом. Ты думаешь, его можно было бы разукрасить? Я в деле. Я предпочел бы его пожечь, но и навоз подойдет. Чувствую такой странный голос у чувака. Что скажешь? Генри? Но я должен принести отцу пиво и сделать еще пару вещей. Мы заканчиваем меч для пана Рацига. Да ладно тебе. Мы же не весь день будем кидать пару горстей навоза. И мы просто обязаны нести честь нашего короля. Ну что, Индра? Ты с нами?
Конечно. Ну, блин, мне нужна их помощь. Мне нужно выбить деньги с чувака, если я им не помогу, то... Постой, я могу им отказать? Знаете, ребят, я чувствую, что будут альтернативные выборы в этой игре. Я чувствую, я буду их снимать. Так что, если, скажем так, вам что-то, какой-то конкретный момент в альтернативных выборах интересен, пишите в комменты, я это, когда пройду игру, естественно, буду пробовать. Потому что, я думаю, первоочередно мы хотим закончить сюжет игры. А вот уже потом копаться в деталях. Я с вами, но потом вы мне поможете. Взаимовыгода. Капитализм. Хорошо, я с вами, но потом вы должны будете мне помочь. Что тебе надо? Кунаш сжал моего отцу и не хочет платить. Я пытался с ним поговорить, но все бессмысленно. Одних слов недостаточно, чтобы выбить из него гроши. Но одному мне не справиться. Конечно, мы поможем тебе. Сразу же после того, как забросаем дерьмом дом Фрица. Фрица, Дойче. Я с удовольствием дам по роже этому пьянице. Ладно, да, пошли, пока Дойче еще сидит в корчме. Так, идем с друзьями к дому Дойче. Я не знаю, кстати, почему не переведут. Тут есть очень хороший кодекс. Так, постойте. Это русское, что ли? А, русское. Великий раскол. Тут рассказано про церковный раскол. Очень интересно читать. В принципе, давайте я сейчас медленно промотаю. Если хотите, можете зачитать это все себе. Очень интересное чтиво. То есть, по игре можно учить кое-какую историю. Мне это нравится. То есть, события исторически достоверны здесь в игре. И, по сути, в этом и смысл игры. Играется, опять же, очень приятно. Управление максимально приятное. И я рекомендую эту игру к покупке. Единственное, что все-таки патчить еще ее нужно. Но в основном нормально выглядит. Все, пришли. Это дом немца. Обсудить с друзьями план нападения. Ну, то сейчас, я думаю, надо нажать и... Окей, ну, план нападения. Ну что, начнем? Подожди, нужно убедиться, что нас никто не видит. Зачем? Дочь же в корме. В корчме. А ты не заметил, что у него есть еще жена и сын? Она нам помешает? Да, Генри, вымани ее из дома. Почему я? Потому что у тебя это хорошо получается. Ясно. Так, хорошо. Жена немца. Давайте поговорим. Что тебе нужно? Вообще, она лицом на мать похожа. Мне кажется, у них лица какие-то прям очень похожие. Хотя в реальной жизни, ну... В Ведьмаке тоже, по сути, было всего лишь несколько пресетов лиц, так у вашего мужа неприятности. Я то, что был в корчме, и ваш муж говорил там всякие глупости. Я решил, что лучше было бы увезти его домой, пока он не попал в беду. Какие глупости? Ну, он говорил, что Сигизмунд прав, а король Ватлов пьяница, и это не всем понравилось. Поэтому я подумал... Боже мой, вот дурак на крестец. Не хватало еще, чтобы он заговорил о папах. О папах он тоже говорил. Спасибо, что сказал. Мне, надеюсь, я успею вывести раньше, чем он врежется в очередную драку. Ни хрена себе немец борзый. Ну, блин, это нормально. Наоборот, это придает колорит. Пусть ссорится. Господи, тут мухи летают. Фу-фу-фу, все, не хочу. Я не хочу иметь дело с этим говном. Хотя нам сейчас бросаться им. Че ж ты ждешь, воин? Ты можешь от боя за короля? Мой сим с королем, просто хорошее. Настоящее веселье. Почти такой же хороший, как если увидеть этого предателя позорного столба почти. Вот, был бы здорово. Это за Сигизмунда. Ни хрена мы ему говном измазали дом, я худею. Жри навоз. Негодяи, какого лешего вы творите? Вообще он сказал, какого хуя? Эй, Ганс, ты разве не видишь? Украшаем ваш дом для вас. Это за то, что отец говорил о корчме. О предателе Сигизмунде. Мы делаем то, что нужно сделать. Сукины дети. Я закрашу этим дерьмом ваши рожи. Ну попробуй, я посмотрел. А ты что тут делаешь, Сбышек? Сбыжек. Связался с ним чурой вонючий. Может, а тебе понравится последняя немецкая мода? Говна! Ему вмазал. Вот это веселье. Курва! Вообще, он сказал, не курва, а типа, ебантроп, сейчас заплатишь за это. И что теперь делать будем? О, драка! Вот это веселая игра, вот это я понимаю, это Kingdom Come Deliverance.
Это Kingdom Come Deliverance, дамы и господа, игра года, где ты можешь закидать своих противников дерьмом и сбить их. Твою мать, ох ты, он дерется! Он мне руку заламывает! Ну все, туби пизда! Все, сейчас, чувак, я тебе руки заломаю. Ну все, лежать! Твою мать, ничего. Это что, по носу мне дали? Так, возьми. Да-да-да, бей его, жирный. Я не помню, как тебя зовут, бей его. Как Фриц или как тебя? Вдвоем сейчас тебя одел. Опа, класс. Я понимаю, что... Новый уровень живучести, это видимо... А, тут видимо как в Скайриме, то есть ты что-то делаешь, и ты прокачиваешься. Видите, у меня ловкость, разведение боя, общая сила. То есть, по сути, чем больше я стар... О, мы вдвоем, оказывается, можем, видите? То есть, меня хватают, а чувак как бы меня защищает. Посмотри, я своего друга сейчас могу начать бить случайно. Вообще просто... О, все, он лег, он пал. Че вы творите? Зачем? Немедленно перестаньте, пристав сейчас будет здесь. Блин, это так классно, то есть мы деремся, убегает селка, причем симпатичная. Бегите, трусы. Чё-то, ну это реально классно, то есть мир живой, и вот ты что-то делаешь, и люди реагируют, и что-то кричат, это так классно. Да бежим, мужики, бежим от пристава. А пристав, кстати, где? Так, нужно быстро попасть в определенную точку, то есть есть быстрый телепорт. Класс, чувак, ты затупил, по-моему, приступ... О, мы, кстати, так спрятались неплохо. Ну, нам нужен фрицак, нам надо с ним поговорить. Боже, псы, куда идешь? А мы не можем поговорить сейчас с фрицаком? Послушай, я нашел запертый сундук, который нужно открыть. О, можно. Правда, ты уже устал от час честной жизни? Нет, дело в том, что у кого-то есть кое-что, что ему не принадлежит. Я хочу забрать это обратно. Но это вообще-то не мое дело. Я могу дать тебе несколько отмычек, но если тебя поймают, я ничего не давал. Ясно. Спасибо. Вообще, я тебя впервые вижу. Спасибо, Фрид. 4 отмычки, спасибо. Я думаю, надо убежать с ребятами. От пристава. Сейчас ведь коровка. Класс. Это, как я понимаю, местные защитники правопорядка, а вы красивый, сударь. Мне нравятся они здесь, перчатки такие, кольчуги. Класс, класс. То есть, на самом деле, они не все... И... Почему у них миски на голове? А, это, видимо, мода такая, железная миска для защиты головы. Ну, что-то можно сказать. Не все ходили в рыцарской броне. Вообще, рыцари в броне — это такая вещь парадная. В основном дрались, конечно, в таких кольчугах, потому что в броне особо не повоюешь. Да, были тяжелые рыцари, но в броне ты реально особо не навоюешь. Так, наш парень бежит сюда. Ну что, почти, да? Мы должны встретиться на точке Б на карте, которая она здесь, и забрать у Куныши его веселые принадлежности. Как я понимаю, мы в амбаре встречаемся, да? Дело было вечером, в амбаре делать было нечего. Так, ну-ка. Вообще, давайте мы на Куныша нападем в следующей серии, не хочу, чтобы это было слишком длинное. Всем спасибо за просмотр. Ух, он ушел, чертов немец. Чуть не попался. Тьфу, из-за этого немца меня чуть не поймали. То есть... Черт, они даже откомментировали это, прибежав на место. Так классно, настолько проработан игровой мир. Возможно, я слишком сильно восхищаюсь, но я очень давно просто не играл в хороший RPG. Очень давно. Есть какие-то там, типа, там, как они называются, вот изометрические, с видом сверху. Pillars of Eternity, например, там, какие-то дополнялово к ней выходили. Но это все не то. Вот такое вот, это уникальные проекты, которые выходят раз в несколько лет, и я радуюсь каждому. Всем спасибо за просмотр, с вами был Евген. Оставляйте пальцы вверх, конкурс на носу. Не забывайте, 2000 лайков, получите 3 копии игры. Кто-то получит из вас. И всем спасибо за просмотр, с вами был Евген. Через час следующая серия, всем пока.